23 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане за минувшие сутки. Двое заболевших моложе 18 лет. 4 человека госпитализированы, 19 лечатся на дому. 9 случаев завозные из Эмиратов, Таиланда, Франции и Турции. 14 человек заболели после контактов с носителями вируса. С этого дня и до улучшения эпидемиологической ситуации запрещено посещение кладбищ для чего-либо, кроме обращения за услугами по погребению или самой церемонии погребения. При этом в траурной процессии не должно быть больше 20 человек. Встать на учет в качестве безработного и подать заявление на получение пособия можно дистанционно. Оформить заявление в электронной форме можно через портал госуслуг или на сайте «Работы в России». С 1 апреля количество безработных в Татарстане выросло на 700 человек. Йоз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән «Җылы эзлиҗаннар» фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале TNV. Подписывайтесь.